«Не мусори, сажай картошку». Под таким девизом сегодня на поле серого полигона в Березовском районе вышли активисты Общероссийского народного фронта. Высадить картофель общественники решили не просто так. Недалеко от деревни Ермолаева на сельхозземлях появилась огромная стихийная свалка со строительным мусором. Отходы туда ежедневно везут грузовиками. Общественники уже 2 года бьются за эту землю. Обращались в администрацию района, который принадлежит участок, в прокуратуру, в Министерство экологии края, в полицию, Следственный комитет. А в 2016 году суд постановил, что арендатор этих земель должен провести рекультивацию участка, но полигон продолжает работать. Поэтому активисты решили засадить поле картошкой, чтобы напомнить о назначении этой земли и таким образом выразить свой протест. Конечно, общественники и не надеются, что картофель прорастет на такой земле. До свалки территорию использовали по полной, добывали там песчано-гравийную смесь. Но если картофель все-таки взойдет, его тоже пустят в борьбу. В случае, если картофель вырастет, несмотря на все вот эти условия, в которые мы высадили, мы его сдадим в лабораторию и, ну, то есть будем смотреть, какой ущерб причинен почве.